Экономические рычаги в политических целях, как, впрочем, и политические рычаги в экономических целях, используем не только мы, используют по всему свету, все подряд. Просто одни это называют борьбой за демократию, а другие империалистическими амбициями. Но на самом деле это все одно и то же. Другое дело, что вот сейчас, в данный момент, Россия совершенно не пыталась повернуть Украину в сторону таможенного союза, потому что это невозможно. Вот все-таки в Кремле сидят люди прагматики, разумные, они понимают, что уже подавляющее большинство политической элиты Украины, кстати, в отличие от граждан, настроилось на то, чтобы подписать соглашение об ассоциации и зону свободной торговли с Украиной. Это были скорее маневры, связанные с тем, что России в этих условиях надо просто защититься. Потому что Украина снимает таможенную границу практически с Евросоюзом. У нас почти нет таможенной границы с Украиной, и ее надо выстраивать. И вот попытка попробовать, есть ли у нас силы и возможности для выстраивания этой границы, были вот в ходе этих маневров. И, безусловно, Украина очень серьезно будет терять после подписания, а мы об этом предупреждали, и президент Путин об этом говорил, после подписания этого соглашения с Евросоюзом, так как вот, говорят, у нас примерно равный товарообмен, но это в абсолютных единицах. Если для Украины российский рынок это порядка 30% от ее всего экспорта, то для России это доля процентов торговли с Украиной. И мы потеряем несравненно меньше, если, так сказать, эта торговля будет осложнена вот этими таможенными границами. Поэтому Украине надо готовиться. Но они очень хотят, но ради бога.